Депутаты Государственной Думы сейчас рассматривают инициативу, чтобы ограничить продажу спиртного на первых этажах жилых домов. Как вы относитесь к этому? Я вообще категорически к алкоголю. Чтобы был алкоголь вообще, я категорически против. Потому что, когда алкоголь вот это первое это занимает, это людей губит просто. А люди допиваются до того, что потом сами себя не узнают. Вот я не пью, никогда не пью, не хочу этого повторять. А как вас зовут? Александр. А фамилия у вас? Александр Пушкин.